создавать образ – это некое действие, которое совершает несколько человек. Костюмеры и бутафоры, ну и гримеры. Можно остановиться на примере одного спектакля. Спектакль «Элион», версия 2. Они представлены вот здесь на стеллаже и на полках. Это очень сложный спектакль и для костюмеров, и для меня. Мы актеров готовим к спектаклю 3 часа, только на один грим. Лица, тело задуваем специальными спреями, что не очень нравится нашим актерам. Но они актеры, они это понимают, они это несут на сцену. Создаются волшебные миры. Мы ждем вас у нас в театре сказки.